наше время, баракаллаху фикум, какой-то человек говорит: брат, я там зашел на одну страницу, и там, говорит, ругают такого требующего знания. Я там в комментарии, говорит, начал с ними спорить и так далее. Брат, твоя беда в том, что ты зашел на эту страницу и посмотрел то видео, которое... Ты думаешь, то, что ты там потом начал защищать этого требующего знания и так далее, и тому подобное, это будет для тебя ходатайство перед Всевышним Аллахом, если Аллах сказал, иннакум тамисалюхум. А кто говорит, ну а как защищать братья? Братья Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лята таманнау ликаль аду. То есть вот кто-то говорит, братья, брат, вот когда бидатчики ругают Ахли Сунна, как их защищать? Смотри, через хадис, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лята таманнау ликаль аду, не желайте встречи с врагом. Ва иза лакитуму фазбуту. А если встретитесь, то крепко стойте. Вот так же ты. Не ходи на страницы бидатчиков, не ходи в маджлисы бидатчиков, где они тебе сеют сомнения. Иначе ты будешь иннакум тамисалюхум, ты такой же, как они. То есть, либо ты такой же грех, как они возьмут, либо что? Ты станешь таким, как они. А если же ты где-то кадр, Аллах предупредил, ты с ним пересекся, оказался в каком-то маджлисе, где-то случайно, не маджлис Ахлибит, и тот сказал какую-то шубу, вот тут ты вставай его защищай. Понял, да? Как на джихад. Сам не ищи встречи за год. Но если уже встретился, все, уже... Понятно, да? И таким образом, баракаллаху фикум, ученый объясняет, как объединить слова салифа, где они запрещали спорить с бидатчиками, и где иногда в том или ином случае спорить с бидатчиками. Они спорили с бидатчиками, если им приходилось, как халифа Ахмад ибн Наср аль-Хузай, когда заставил его спорить с кем? С Ахмад ибн Абидуадом. То есть он оказался на поле боя. Тут, говорится, уже некуда. А так они сами не ходили, не стояли встреч. Поэтому удивительно положение наших братьев и сестер, которые заходят на страницу, говорят, вот мы, говорит, там я одно видео посмотрел, и там Рината называет такфиристов, или там Абу Яхи называет, да, все муржиитов, и мы там такой комментарий оставили и так далее. Брат, ты уже попал, ты не представляешь, в каком оказании, грубо говоря, ты по уши оказался, сам знаешь в чем. Просто от того, что ты зашел на эту страницу. Это где гарантия, баракаллаху фикум, что такая, за вход на такую страницу, не станет причиной тому, что ты там останешься. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, мы говорили, что тот, кто находится там, где говорится зло, берет такой же грех, как тот, кто совершает это зло. Даже если он это зло делает. Ярхамуллах. Как много братьев в наше время, те, кто заглядывает на страницы приверженцев страстей, забывая о том, что шуба это инфекция и зараза. Братья, что вы скажете человеку? Вот у этого человека, который говорит, брат, ну я же, говорит этот, вот эти заходят на эти страницы наши братья Ахли Сунна Сальфита, на страницах Ахли Бида разного рода, будь это такфиристы, будь это джарховщики, сектанты, будь это, допустим, какие-то там потомки джахмитов, ашариты, матуридиты и так далее. Брат, я, говорит, знаю свою ахиду, проблем нет. Хорошо, что ты скажешь о том человеку, который говорит, брат, я здоровый, как бык, и поэтому нет проблем пойти и пообщаться, обняться, поцеловаться с туберкулезным, или с тем, кто болеет чумой, или с тем, кто болеет коронавирусом вот в наши дни вот это, и так далее. Ну, да, нет, с таким, брат, да ты здоров, как брат, да ты, брат, КМС у тебя, брат, да ты чемпион, да ты, да не пойду я туда, а что, а вдруг я заражаю? Так, брат, ты же сам говоришь, что, субханаллах, на тебе можно, там, не знаю, землю пахать, ну и что, говорит? Так, братья, это вот одно и то же, шуба аль-бида, братья, это зараза, инфекция, какой бы ты здоровый ни был, брат, если оно к тебе зайдет, а тем более Аллах тебя лишает защиты, единственное, Аллах тебя укрепит, когда ты случайно где-то пересекся, и пришлось тебе отстаивать ахиду Ахли Сунна Джама, пришлось тебе, баракаллаху фикум, защищать уляма Ахли Сунна Джама или их призывающих, это другой вопрос. Аллах тебя укрепит, брат. Аллах тебя укрепит. Но сам не ходи. И поэтому таково же положение того, такое же положение того, кто заходит на разного рода страницы, думает, что он разбирается, где истина, а где ложь. И поэтому думает, что не собьется в своем пути. Нет, братья. В этом аяте четко указание на то, что заходя на эти страницы или находясь в этих маджлисах, ты уже ослушался Аллаха. Аллах сказал, фааридангум. То есть Аллах тебе говорит, вот я говорю, брат, ты же порицаешь тех, кто говорит, после того, как услышит слово Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кулю бидатин, каждый бида от заблуждения, и ты же порицаешь тех, кто говорит, не, бида бывает хороший, бывает плохой. Ты же ненавидишь этого человека. Так, брат, в чем разница между тобой и тем, между этими людьми, и тем, тобой, которые слышат слова, фааридангум, отвернись от них. Потом идешь и все равно говоришь, да у меня, брат, я разбираюсь, понимаешь? Ты то же самое. В этом аяте четко указание на то, что заходя на эти страницы или посещая подобные маджалисы, подобные собрания, ты уже ослушался Аллаха, не выполнил его приказ, фаари дану, отвернись от них. А если же, баракаллаху фикум, ты его ослушаешься, то ты остаешься без помощи Аллаха Субхана ва Тааля. Если ты не выполняешь приказ Аллаха Субхана ва Тааля, то ты уже ослушался его, правильно же? И уже разницы нету, будь ты джахиль или будь ты сам шейх ислам тайми.
будь ты даже шейх с лампами. Потому что Аллах сказал в Коране, фалям азагу азаг Аллаху кулюбам. Когда они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллаху ля ядаль кома фалимин. Аллах не ведет по прямому пути. Каких людей? Нечестивых людей. То есть ты стал нечестивцем, а слушаешься Всевышний Аллах, Аллах не поведет твое сердце. Ты вот, Аллах тебе сказал, не заходи в эту комнату. Не заходи в этот маджлис. Аллах субхана тааля тебе говорит, не заходи в эту комнату. Аллах субхана тааля говорит, не сиди с этими людьми. А ты взял и ими послушался. Фаридану. Ты получаешься, кто? Фасик, нечестивец. И поэтому, попав в этот маджлис, ты говоришь, да, я ахиду изучил, я 25 книг по ахиде прошел, сейчас я там всех раскидаю, да? Сейчас я всех раскидаю. Заходишь туда? Аллах не ведет. И ты просто не поведешь, Аллах, ты не поймешь, что они вообще нормальные вещи говорят. Или они ересь. То есть, ты знаете, как слепой станешь. Глухой станешь. Аллах говорит в Коране, братья, фальявари лядины, ухалифуна, набрия, тусыбум фитна. Усыбум адабу налим. Пусть же остерегаются те, которые противоречат и противоречат его приказам. Дабы не постигла их фитна. Или не постигла их мучительное страдание. Вот. И это Аллах смотрел про пророк салсам не спасал это. А что сказать о приказах и Господа? Господа. Господь тебе говорит, фарит, не сиди в этих маджлисах, а ты идешь на эти маджлисы. Аллах тебе говорит, не заходи на эту страницу, о брат. А ты заходишь. Фаин тавалля фаля маннама юриду лаву ясыбам бивады зануби им Аллах говорит. Ванна кафира мину фасю. Если же они отвернутся от истины, отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Аллах желает их покарать за некоторых из грехов. А какой грех? То, что не послушался, не прислушался к запрету Всевышнего Господа сидеть в этих маджалисах. Воистину многие люди, Аллах говорит, «Война кафирам мина насиля фасикун». Поистине многие люди являются нечестивцами на салла, аляф, аляф. Поэтому будь начеку, будь осторожен, сторонись подобных вещей.